Вопросы трудоустройства подростков обсуждали накануне в ювенальном суде города Ангарска. На совещание координационного совета пригласили представителей уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. Участники встречи с сожалением отметили, что современные подростки не хотят работать. Для чего мы все ходим на работу? Чтобы мы могли поесть, одеться, заплатить коммунальные платежи, все, ну куда-то съездить, все, других мотивов нет. У ребенка этих мотивов нет, потому что его кормят, одевают, обувают, куда надо, свозят. Вот и все. Для других мы вещей на работу не ходим. Поскольку мы же формулируем наказание в районе места жительства осужденного, понимают буквально. Вот живу в 17-м микрорайоне, значит, мне работу должны найти не просто в городе Ангарске, а в 17-м микрорайоне. Ну, в крайнем случае, в 18-м. 95-й квартал – это уже 3,9 земель. Расценивают как нарушение прав буквально. По статистике комиссии ПДН, из несовершеннолетних соискателей до центра занятости доходит ровно половина, а до работодателя вообще никто.